Челябинская область станет первым регионом, где появится регоператор Сколково, крупнейшего в мире технопарка. Это означает, что часть функций по поддержке технологического предпринимательства будет передана на региональный уровень. Протокол о намерениях подписан сегодня в Москве в присутствии губернатора Бориса Дубровского. Подобный проект может быть реализован и в Новосибирске, известного своим академгородком. Почему первым выбран все же Челябинск, нам рассказал по телефону Максим Судаков, инвестор челябинского IT-парка. Челябинская область сильно индустриальный регион и в то же время регион, в котором сильно развита академическая среда. То есть, с одной стороны, огромный рынок, огромное количество предприятий, с другой стороны, есть достаточно много людей, которые получают или получили образование, которые занимаются наукой, которые занимаются прикладной наукой. И на этом стыке рождается технологическое предпринимательство. Фонд Сколково занимается работой по поддержке развития технологического предпринимательства, ну, так называемых стартапов, популяризации этого предпринимательства, помощи росту этих проектов и доведения идеи, скажем так, до бизнеса. Свои подписи на договоре о намерениях поставили Максим Судаков и вице-президент фонда по региональному и международному развитию Юрий Сапрыкин. Работать регоператор будет на базе Челябинского IT-парка. Губернатор Борис Дубровский подчеркнул, что это отличный шанс для талантливых южноуральских ребят реализовать свои идеи в родном регионе. Ранее Борис Дубровский не раз проводил переговоры о создании филиала Сколково. Весной большая делегация Челябинской области посетила технопарк, и тогда губернатор Челябинской области Борис Александрович Дубровский заявил о намерении открыть филиал Сколково в Челябинске. Сделан этот еще один очень важный шаг. Предполагается, что соглашение о реализации проекта будет заключено не позднее, 31 декабря текущего года. Подписание состоялось в рамках проходящего в эти дни в Москве форума «Открытые инновации». Он посвящен цифровой экономике и вызовам глобальной трансформации. В рамках мероприятия председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев проводит пленарное заседание. Участие в нем принимает и губернатор Челябинской области Борис Дубровский.